бачить. А зачем он, я не понимаю, что случилось просто? Думаешь, не почему так вообще? Это какая страна? Почему так? Это ненормально вообще? Это ненормально. Это какая страна? Что это вообще? Что это за хуйня? Вы сидите здесь, будет бесплатно. Будет бесплатно здесь, не забудьте за учебу. Что это? Что это? Он студент вообще. Он не криминальный, он студент вообще. А что это? Какая милиция вообще? Потому что он черный. Он здесь. Мы. Сейчас. Буду вам контакт. Да. Станьте там. Вызывайте, блядь, своих. Тихо. Буду отправить этого на прозвонка вообще. Сейчас. Как этого? Какая страна? А мы здесь бесплатно? Эдуард! Не фиг баловаться. Надо было раньше сделать, а не ждать так долго. Я не знаю, завалили темнокожего парня. Я не знаю, эти кричащие России. Я не знаю, мы сами прошли на шаг назад. Они просто стояли. Как они имеют, какой они имеют право жить в этой другой стране, вот так вот, где консул, где все это, что это такое? Убивать, они его увезут, честно. Конечно, потом они уже не увидят его, не живым, не Кого ты спросишь? Ты хочешь что, у тех ребят спросить? У темных? Сейчас не тебе расскажу. Как они допустили, что сюда своего вот так вот заломали и повезли? Хорошо, ты. Главное, что ты взял, уехал просто нормально.